августе мы собирались, презентовали трубу 2,2 метра, сейчас она работает у Николая. Огромное количество людей уже получает в ней эмоции, совершенствует свой уровень фрифлая. Сегодня мы собрались, чтобы посмотреть, увидеть, пощупать, полетать в трубе трехметровой и понять, как ее можно встроить в ваши планы, связанные с бизнесом, в ваши планы, связанные с открытием проектов, ну, то есть в зависимости от того, чем вы занимаетесь. When I first saw the tunnel, I was quite impressed. It's looking a lot bigger than the ones I've seen down here before, so I was very interested to go in, give it a try and see how it is. And it was definitely an interesting experience. Было очень непривычно, что он настолько прям прозрачный, здорово, такое ощущение, что я летаю вот без каких-то границ, без стен, без ничего, да. То есть очень светлая, прозрачная труба, отличный стакан. Очень круто, очень интересно, не пожалел о том, что занялся этим делом. Жизнь моя стала похожа на увлечение, как хобби, все смешалось вместе. Ну, на самом деле, я как человек, 20 лет занимающийся трубами, да, мне немножко сложно испытать некое волнение, да, поднимаясь в трубе. Я больше обращаю внимание именно на какие-то технические моменты, да, как реализованы те или другие решения, и именно это вызывает у меня некий азарт и волнение, как же это будет. То есть мы все ждали этого проекта, и, честно говоря, он очень оправдал свои ожидания. Мне все понравилось, я все увидел, что хотел увидеть, поэтому доволен. Рекорд национальной России. Да. В дальнейшем, надеемся, будет гораздо больше. И будет гораздо больше. Всем спасибо. Летайте в аэротрубах Fly Technology. До скорых встреч, дорогие друзья. Здорово, что вы были с нами, наблюдали. Всем привет. До следующих рекордов.